Черный рот у Вероники, ведь в лесу полно черники. Читаем всей семьей. Под таким девизом в год семьи прошла акция «Библиосумерки». И действительно, в Гриновской библиотеке и ее отделах рады были гостям разного возраста и особенно объединенным семейными узами. Семья – это самое важное в жизни каждого человека. И сегодня мы хотим объединить семью, книгу и библиотеку. Взаимодействие семьи и библиотеки – это важный, эффективный путь приобщения к семейному чтению как детей, так и взрослых. Сегодня мы подготовили такую увлекательную, масштабную программу, куда входят игры интеллектуальные, познавательные, игры на сближение, кукольный спектакль подготовили, различные мастер-классы, фотозону семейный, портрет. И, конечно же, всем детям сладкие призы. Над участниками акции незримо витал дух Пушкина. Для всех поклонников Ее Величества книги этот год еще и пушкинский. В 2024-м исполняется 225 лет со дня рождения солнца русской поэзии. Так что гостям библиотеки пришлось продемонстрировать знания знаменитых произведений, что они сделали блестяще. Много было и творческих моментов, и даже психологические практики опробовали собравшиеся. Так что скучать точно не пришлось. У вас на картах желаний, что вы решили изобразить? Ну вот, я хочу большой торт на день рождения, чтобы, ну, хорошая зарплата была, много котов, я люблю котов, пение, чтобы хорошо петь, я мечтаю стать певицей. У меня самая главная мечта – это на день рождения получить щенка. А это сходить на любой балет. Сегодня как вам вечер в библиотеке, расскажите? Мне очень понравилось, интересно было. Мне все понравилось. Я занимался, ну, танцевал, там, веселился. Мне сегодня понравились все герои. Карлсон такой смешной был. Мне даже захотелось поплакать от смеха. Своя познавательно-развлекательная программа прошла и в Центре патриотического воспитания имени Григория Булатова. Городская модельная библиотека предложила зрителям целых две концертных программы – мастер-класс по изготовлению пасхального сувенира, караоке, интерактивную программу и выставку творческих работ. Сотрудники Центральной районной библиотеки проведут акцию 26 апреля. Посетителей ждут концерт, мастер-класс, интеллектуальное квиз-шоу, квест-игра и еще несколько мероприятий, все на разный возраст и вкус.